Давайте не будем забывать, что мы находимся в осенне-зимнем периоде, и есть вирусы, такие как грипп. Эти обстоятельства могут и будут благоприятствовать передаче инфекции COVID-19, поэтому каждый из нас должен позаботиться о себе, а также о своих близких. Действительно, прогнозы не лучшие. Домбровяну рассказала, что Молдова намерена приобрести вакцину против COVID-19 посредством платформы COVAX. К ней наша страна присоединилась в августе 2020 года, сделав запрос на обеспечение соответствующей вакциной. 20% населения получит вакцину от COVID-19 бесплатно. Это те 700 тысяч человек, о которых мы говорим как о группе риска. Медработники, сотрудники силовых структур, особенно МВД, системы образования. Это и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Напомним, в Молдове сейчас идет процесс вакцинации против гриппа. По мнению медиков, эта прививка поможет людям легче переносить не только вирус гриппа, но и коронавирус нового типа. Согласно данным нашего Минздрава, в декабре в Молдову поступит еще 100 тысяч доз вакцины против гриппа.